Кира Близнюк – самая юная участница коллектива, ей всего 4 года. Свою танцевальную карьеру девочка начала 2 года назад и уже прекрасно владеет акробатическими элементами и умело садится на шпагат. Всероссийский конкурс «Чемпионат легенда» для Киры стал дебютным. Я люблю танцевать. Особенно я люблю танцевать цыплят и новогодний танец. Каждый раз перед выходом на сцену воспитанницы коллектива серьезно настраиваются. По их мнению, именно от правильного настроя зависит успех каждого выступления. Волнение все же присутствует, признаются девочки, но справиться с ним им помогает преподаватель, который вселяет в них веру в себя. Мы волновались и очень сильно, и мы боялись, то, что мы не натянем носки, не натянем коленки. Но самое главное, что нам помогал наш педагог, наши мамы, родители. Они за нас тоже волновались, они нам хлопали. И мы держали себя в руках. Чемпионат «Легенда» проходил в 2 этапа. Первые очные коллективы предстояло пройти отборочный тур в Нижнем Новгороде, где юным танцорам присвоили звание лауреатов, после чего «Игазята» попали во 2-й этап конкурса, но уже заочный. В нем приняло участие 18 коллективов со всей страны – из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Казани и других городов. По результатам чемпионата коллектив стал лауреатом 2-й степени. Мы отчасти плакали. Мы очень сильно радовались. Дети радовались настолько, что у них появилась сейчас инициатива еще больше работать, значит, и готовиться дальше к следующим чемпионатам. Конечно, это хорошо, ничего себе, лауреатом мы стали всероссийского такого конкурса. В мае «Игазята» вновь отправится покорять вершины танцевального Олимпа, но уже в северную столицу. На конкурсе коллектив представит композицию «Во дворе». Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.